Последнее смс, которое от них мне пришло. Спасибо, чтобы получить футболку, наберите еще 6 кодов. Целый месяц Улушаш Курманбаева лихорадочно собирала крышки от газированного напитка и непременно хотела стать участником розыгрыша и победительницей светящегося меча. Правда, когда она пошла за подарком, ее словно саму разыграли. Нам сказали, что они уже ушли, так как закончились призы. Позвонила в их колл-центр, когда я им задала вопрос, почему тогда мне приходит смс о том, что я могу, что мне осталось столько-то кодов, и я могу получить свой гарантированный приз. На что они мне отвечают? Призы ограничены. Ну хорошо, если призы ограничены, почему тогда мне приходит смс? Так и мне никто не смог ответить. Испытать фортуну Сулушаш решила в третий раз. 20 собранных крышек она вновь несет в пункт приема. Надеется, что на этот раз удача ей улыбнется. Акция закончилась? Не, акция же до 30 июня. Ну, подарки закончились. Такой же ответ услышали еще десятки шымкентцев. Жалобы они сразу стали писать на сайт компании, которая обещала в обмен на крышки, футболки, мячи и даже айфон. Да эта акция просто развод. Мы всей семьей собирали, а подарков уже нет. Братишки так расстроились, что аж плакали. Хотя пишут, что они гарантированные. Среди тех, кто считает себя пострадавшими, Олеся Пастушко. Ради обещанных подарков за неделю девушка выпила 50 литров газированного напитка. Я не один тот человек, который расстроился, потому что я встречала много своих знакомых, которые тоже были этим же расстроены и сказали, да ну, больше я не буду участвовать в таких акциях. Организаторы акции обман исключили сразу, мол, в условиях акции на официальном сайте черным по белому написано. Подарки ограничены, они могут закончиться в любой момент. Посоветовали читать внимательнее. Гарантированные призы у нас в ограниченном количестве. Если они ознакомились внимательно с условиями акции, там указано, что гарантированные призы мячи и футболки в ограниченном количестве. И на данный момент остались призы только в Уральске, в Семи и в Актау. Те баллы, которые они зарегистрировали, но не получили гарантированный приз, так как не успели его забрать. Эти баллы никуда они не денутся, не аннулируются. Они просто принимают теперь участие только в айфоне, в розыгрыше айфона. Собранные крышки Олеся решила больше не хранить. Девушка посчитала себя жертвой скандального розыгрыша. А для Сулушаш Курманбаева еще одна попытка получить приз вновь оказалась тщетной. Девушки решили, что участвовать в розыгрышах больше никогда не будут.